Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Юлия и Мишка. Всем привет. В общем, ребят, мы вернулись в Генбист, и сегодня посвятим всю серию тому, что будем выполнять ваши предложения. Поэтому смотрите до конца, и именно, может быть, твое предложение попадет в эту серию. Ладно, погнали. Итак, начнем сначала с гипервопроса вселенского масштаба. У нас возникли серьезные проблемы с цветом пихуна. Так да, вот, да, ребят, мы решили сделать опрос, и вы сами выберете цвет его. Вот три цвета, это какой-то коричневый. Это вот мой фаворит. Вот, давайте, синий, желтый или вот фаворитный цвет, коричневый, я не знаю, но бежевый какой-то. Бежевый. Ребят, либо предлагайте свои варианты. Также, ребят, обязательно важный аспект. Для того, чтобы прислать свое предложение, пишите хэштег трюки и пишите свой, так скажем, трюк. Да, челлендж для нас. Да, потому что нам будет так легче отследить. Все, поехали. Воин любви, кукарек, ман, вернулись. Да, уже точно, ребят, вы сильно переживали. Версии 0.3.4. Замер вот такого у нас как бы будет обстоятельства. А, собственно говоря, очень многие спрашивали, работает ли теперь новая фишка с тросом. То есть, если оборвать трос, вот, взять его в руку и зажать прыжок, ты полетишь. Так что, Юль, вот давай, вставай вот так же, как я, к этому тросу. И начинай его расфигаривать. Кстати, здесь, кстати, расфигарить... И простите, я все залажал. Ну, сейчас. Есть у меня другая идея, на самом деле. Слушай, сможешь вот так же, как я, схватиться? Нет! Понял. Слушай. Ну давай, вот любви. У тебя получается забраться. Ой, сорян. Давай, я тебе помогу. Давай. Во! Слушайте, ребят, а с помощью ветра мы кое-что другое нашли. Давай. Стой, ты можешь залезть. Тяжело. Ну ты сможешь. Ты смотри, что делаешь. Мы здесь сейчас наверх так закинем с помощью ветра. Блин, тяжело, не получается. Давай, молодца. Ты наверху. Я на крыше. Ни хрена себе. А как вот, блин, там не посмотреть же. Ты ходишь там, походи. Да, слушай, получилось. Круто. Давай ты попробуешь залезть. Давай тогда, помоги мне. В общем, давай залази. Так, давай, я помогу ветром. Вы много раз спрашивали нас, как же пользоваться ветром. Мы сейчас об этом чуть поподробнее скажем. Пока что чисто его применим. Тяжело. Давай. Мне надо как бы вот вылезти. Давай. У тебя получается, молодцом. Ну, как бы этого воина сейчас не утащило ветром. Он, видишь, вся... Юль, сейчас все прострел. Сейчас упадет. Стой. Я им вверх уйду. Давай. Хорош. Блин, давай еще чуть-чуть. Хорош. Yes. А что, ты сдохла? Нет, ну как бы Рекман сдох, а я жива. А с чего? Блин. Порошка. Вот это поворот. Блин, хотели, ребят, вообще другой показать. В итоге нашли новый, не знаю, баг, кряк. Раньше можно было просто залезть, потому что стамина была бесконечной. Вау, вот, держись двумя руками. Держись, держишься. Я зажми прыжок. Зажала. Так, все, отлично. Давай попробуем. Сейчас, оторвать. Да и как-то хреновато получилось, на самом деле. А ты заметишь, что оборвалось все? Все вообще, чертя. В этой версии, мне кажется, вряд ли получится. Но мы так просто не сдадимся. В общем, вердикт такой. Кажется, здесь не работает в новой версии. Ох, ребята, ребятули, вы, наверное, забыли, как это выглядит. Мы как-нибудь сделаем целую серию по старой. Если вы хотите этого, поставьте обязательно лайкос. Ну а сейчас мы дальше проверяем эту тему. Ух, насколько тут другая физика. Попробуем оторвать все-таки трос. Прошу, зажми прыжок. И че? Ты его оторвала? Ну нет, оторвала. Но ничего не получилось. Но... Стой, давай, тихо. Блин, насколько тут как-то это... Ой, я снизу валяюсь. Разгоняется? Давай еще раз, погоди. Так, надо аккуратно. Стой, подожди, да. О! Я... What the fuck? Блин, слушай, а в какой же версии тогда работала? Стой, надо зацепиться, надо... За трос!
Ну ты сейчас зацепишься. Вот, я зацепилась так. Еще. А, зажимай. Не, надо как бы отломать, понимаешь? Если вообще вызов предметов есть, здесь вызова предмета нет. У нас пока не получается тросы. На самом деле. Я видел, как это делается, но, ну, ребят, ну, что-то я не знаю, не вдупляем опять. Вот, Юль, ты отломала, да? Да. Возьми трос. Отойди, отпусти, ты как-то не то взяла, походу. Эх, вот я тоже оторвал. Я зажал прыжок, но ничего не произошло. Так, видимо, не в этой версии. Ладно, еще раз попробуем. Эх, ребят, чего не сделаешь ради вас? Ну, версия 1.5. Пока, Юля. Ну, кроме Юли, да? Блин, Кукарекин какой здесь молодой был. Красный, вообще замечательно. Хотел сказать, молодой зелененький. Да, но нет, он красненький. Новая попытка, в общем, мы... Уже не знаю, сколько раз пытались. Юлю схватил с двумя руками. Попытаемся оторвать. Юля держит. Давай. Блин, я упал. Я лечу. Все. Версия 1.5. Фу. Кое-как получилось. Мы вот... Ладно, хоть Юля предупредила запись поставить. Да. Вот реально. Давай вот все. Я теперь понял, как. Давай, рвись, падла. Давай, зажимай А только. Чтобы... Я зажал уже. Вот, жми. Одна рука одна. Давай. Я медленно кружусь. Это же... Да мне кажется, так понятно, да. Ребят. Все работает, действительно. Переходим к следующему мифу. Точнее, челленджу. Ребят, вы часто задаете вопрос по поводу ветра. То есть, в принципе, все просто. На двойку жмете и ведете мышку туда, куда нужно дуть. Да. То есть, в принципе, попробуй вот Юля, держись, смотрите, ну вот, пожалуйста, на Юле понятно, что, да, не слабо работает ветер, я не знаю, почему, иногда он не так сильно затягивает, но если как-то раскачать мышкой, да, туда-сюда, на днёрку он отталкивает, да, вот, допустим, шарики мы сейчас сделаем, двойка это, по-моему, затягивание, а днёрка это отталкивание. То есть вот теперь, я думаю, вопросов не должно возникнуть. На любой карте работает, тут абсолютно рандомно взяли, вон Юля как швырнула. О, смотри, я прям вот супер перо этого делаю. Так что, ребят, теперь вы знаете, как это все творится. Че, ребята, вы просили посражаться с кучей-кучей ботов. Мы сейчас эту решили устроить. Так, кроме того, что здесь будут вот такие мешаться мелкие, мы еще вызовем сразу кучу. Сколько для начала, Юль? Не знаю. Давай 3 штуки. Ты только на себя как бы? Нет. Ботов, а не клонов. Алло, товарищ, нам нужно их замочить. Кирилл! Так завалялка, своё хлеба! Я смотри, сам его схватил. Смотри. Давай. Ушатали Тиму. Блин, слушай, какой крепкий, а. Смотри, они держат бота, смотри. Они что-то не поделили между собой. У нас только один тут. Блин, ну что ты будешь делать? Блин, крепыши. А что они? Не дохнут. Не, ребят, эта задача в этой версии нереальная какая-то. Все! А ну пошел! Я ушел. Я реинкарнировался в виде Халка. Что надо? Пошли, я сюда уже. О, вот, кстати, вот это отлично. Давай попробуем защиту. Халк, shut the fuck. Че я вас налегаю. Ты видел, я колесо сделал? Ты видел? Нет, я не видел. Придется посмотреть. Ты видел? Ого, ты там фиганул. Меня не убито, просто. Ты там что творишь? Так. Давай, твое дело замочить. Ты че у меня? Как Люк Энд. Я. Тихо. Это на помощь. Тихо. Ладно, посражались и на этом хорошо. Ну, это было круто. Ладно. Чувак, я забыл тебя с собой взять. Блин, я вырвался. А я могу пинаться? Да, могу. Все. Подскользнулся. Так, довольно-таки сложное задание, но мы его сделаем. В общем, нужно сделать паровозик из клонов и желательно побыстрее. Вытянуть руку. Давай. Все. Сейчас должен включиться вентилятор.
Сейчас попробуем. Давай, за нас держись. Ну, тут пока... Я стараюсь, я лечу к вам. Ну, больше комок. О-о-о-о-о. Как бы, вот-вот-вот, рассоединились чуть-чуть. Отлично. Все. Ну что, это как слабовато. Слышь ты, воин. Как змея. Сейчас я вас всех разделаю. Тут всех разнесу нафиг. Да, все, пошли. Почти утащил. Так, стой. Ты видел? Да. Меня не убить. Давай еще, подлиннее сделаем. Идем сюда, быстрее, быстрее. К спине придержишься. Пока отойди, отойди. Вот, я с ними лечу. Ладно, летай. У тебя, кстати, нормально получается. Так, давай еще раз попробуем. Я как Супермен, слушай. Стой на месте, вот стой на месте. Стою. Давай из больших попробуем, лишь бы не затянул. Все равны, как на подбор. Да с уж. С ними дядька черновой. Давайте, пацаны, цепляйтесь ко мне. Все, давай. Мы только стенки цепим. Все, полетели. Блин, один тут зацепился. Ого, стрелка. Пиу. Смотри. Я жива или умерла? Мне кажется, все, каюк. Блин, вот. Прикольно получилось, мы это выполнили, молодцы. Короче, мы решили немного проапгрейдить тему с клонами. Юль, пока отойди, займись тем, я пока подготовлюсь. В общем, мы реально устроим небольшие такие догонялки, у нас уже они были, но с большим количеством клонов. Моя задача, так скажем, кукарекмана, это поймать Юлю и просто-напросто выкинуть ее. Поняла, Юль? Да. Твоя задача смотаться. Так что все, началось. Тебе не так просто будет свалить на самом деле. Я тебя зацепляю, тебе хана, понимаешь? Все, беги, Юль. Я по вашим головам бегу. Все, поймал. Как нифиг делать? Да блин, ну слишком просто на самом да деле. Нет. Ничего нет-то. Все, Юль, прощай. Она отцепилась. Срочно нужна еще порция клонов. Все, Юль, мы пришли за тобой. Блин, куда она там убежала? Я не знаю, куда я убежала. Ты сейчас упадешь 100%. Блин, она в ванну. Как так вышло? Это кто? Это я. Все. О, смотри. Блин, чертовы клоны. Так, короче, теперь Юля у нас будет клон. Все, я побежал. Дураки, дураки. Это слишком, ты че выгодил? Не так быстро. Фу, лампа щадила, спасибо. Да я чуть-чуть подальше от тебя отойду хотя бы. Ты мне не давал возможности. Я тебе давал. Все, давай. Это нечестно. Погнали, давай. Чертилы, вы охренели. Пошел отсюда. А ну, валите. Нет, нет, я не хочу так рано умирать. Все, блин, херово. Изи, изи просто. Все, у меня мои клоны против твоих клонов. Сейчас мы тебя утащим. Стой, а кто? Где? Ты никогда не узнаешь, кто свой, кто чужой. Так, все, пошли, пойдем, пойдем. А ну, пошли. Тихо, пойдем, выйдем. Пойдем. Выйду я тебе, выйду. У тебя один тут свой, один все. Все-все, пошли. Иго-го! Ах ты! Стой! Курва! Ах ты курва! Тихо-тихо! Валюбе! Давай, пошли-пошли уже. Я тебя пойду сейчас. Я тебя так сейчас пойду. What the fuck? What the fuck? О, господи. Он такой, ну вы придурки вообще. Убивать вас даже не пришлось. Че за хрень? Ну что? Как видите, кстати, здесь все зелененькое стало в этой версии. И у нас опять проверка судьбы. Ты куда, Юля? Все. Просто встань и подними руки свои. А зачем поднимать? Ну не знаю, это будет новой фишкой. Это, короче, наша традиция проверять, у кого стальные. Карма чище, я не знаю. Да, или более стальные яйца. Давай. Ну где же? Нет, надо без вытянутых рук. Как говно смело просто. Мух. Ладно, давай еще раз. Я готов встретить судьбу. Давай. Ладно, давай, я готов. Я смотрю тебя как на говно и понимаю, что... Зачем ты рук? Да это нереально. Как я... вы же здесь? У меня есть способ. Ладно. Еще один шанс. Last chance. Давай прыгнем в тот момент. А как мы поймем? Нет. Мы не поймем.
Ты нагнешь? Я, кстати, это, надо развернуться, во-первых, чтобы да. было видно. Давай подальше, да, типа, и прыгнем. Вот тот человек, у которого... Окно будет, да? Да. Давай так. Да, только единственное, что... И надо видно. Обгонять, да. Надо прочуять, Реакцию еще проверить. Да хрен там. У кого окно? Сори, сори, у тебя. Короче, ребят, на этом мы закончим. В общем, спасибо за ваши челленджи. Пишите, опять же, хэштег трюки, присылайте. Да, и хэштег вон любви лучше. Нет, не надо такой хэштег. Да. В общем, лучше кукарекнуть, как бы. Нет. Вот. Ну да. Вот, и обязательно. Кукарекнуть, но нет. Сейчас кто-то получит. Короче, я за Пукарекмана или я за Вон Любви. Вот. Да, давайте еще так устроим. Это отдельное голосование будет. Также присылайте свои трюки с хэштегом трюки. Если что, Вон Любви вас найдет. Вот. И, в общем, все. Увидимся в следующей серии. Всем спасибо большое и пока. Увидимся только с теми, кто проголосует за Вон Любви. Нет. Все остальные будут.